8 июня отметили свой профессиональный праздник работники службы социального обеспечения. В России он отмечается уже 16 лет, а история службы помощи нуждающимся уходит аж во времена Петра I. Помогать тех, кому нужна помощь – главная задача социальных работников. С профессиональным праздником гостей тепло поздравил глава Заинского района Разив Каримов. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника. Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, о ком вы сегодня заботитесь и отдаете душевное тепло. Праздничный день искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником, Дайрянга! Сегодня меры социальной поддержки в Заинске получают более 28 тысяч человек. Это граждане, которые требуют особой заботы и внимания. 44 ветерана и участника Великой Отечественной войны, 944 труженика тыла, 215 вдов солдат войны, более 3 тысяч ветеранов труда, более 2 тысяч инвалидов. И за всем этим сегодня следят 115 работников отдела социального обеспечения. Многие, когда ездят в другие районы, всегда говорят: мы завидуем вашему району, потому что вы дружны и сплоченны. Да, действительно, мы всю работу делаем вместе. Мы работаем на благо нашего Заинского муниципального района, на благо народа, на благо населения. На праздничном мероприятии состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем от Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, от главы и руководителя исполкома Заинского муниципального района. Творческие коллективы ДК «Энергетик» подарили гостям праздничный концерт.